Между тем, в этом цирковом сезоне саратовцев ожидает 6 интересных представлений. Об этом рассказал директор учреждения культуры Иван Кузьмин. Горожанам покажут дрессированных бегемотов. Не обойдется программа и без хищников и экзотических животных. А уже весной 2016 года состоится ставший традиционным международный фестиваль «Принцесса цирка». В этом же году по окончанию сезона учреждение культуры планируют закрыть на реконструкцию. По словам специалистов, уже сейчас идет поиск проектировщика. На сегодняшний день открыт конкурс, и конкурс идет по проектным работам. То есть Министерство культуры Российской Федерации ищет проектировщика, ну, в результате конкурса. В этом году будет объявлен проектировщик. Со следующего года он приступает к проекту. И, соответственно, если он успеет, то, может быть, со следующего сезона начнутся непосредственно искать или найдут подрядчика.